Вядома, што гэтая шматдзетная сям'я даўно знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы па прычыне злоўжывання спіртнымі напіткамі. І ўжо неаднаразова органы апекі забіралі дзяцей ад гора бацькоў. Але тыя звярталіся з заявамі аб іх вяртанні ў сувязі з выпраўленнем. На гэты раз бесструботнасць дарослых прывяла да трагедыі. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводится проверка по факту смерти малолетнего жителя города Бреста 2016 года рождения. Мальчик проживал совместно с матерью 1986 года рождения, находящийся в отпуске по уходам за детьми в возрасте до 3 лет, неработающим отцом 1969 года рождения, сестром-близнецом и братом 2008 года рождения. У момент смерти дитяти батьки пьянствовали и не зауважили гарашки у сына. И только когда дитя перестало подавать прикметы життя, мать звернулась по медицинскую допомогу. В ходе наружного осмотра установлено, что телесные повреждения на теле мальчика отсутствовали. По предварительным выводам причиной смерти явилась пневмония. В настоящее время дети изъяты из семьи и помещены в учреждение здравоохранения. Правовая оценка действиям родителей будет дана по завершении разбирательства. Управление следственного комитета по Брестской области звертается с просьбой до громадян информовать правоохранительные органы о проживании побач подобных семьев, каб своечасово принять все необходимые меры для недопущения подобных выпадков.